вы остались без маски? Песня, которую я исполнил вначале, она на корейскую мелодию. Недавно я начал изучать язык Кореи, и с корейской музыкой знаком уже очень давно, и наложил текст на мотив одной корейской песни, которая называется «Аньонхи Качи Мансайо». В переводе на русский это «До новой встречи» приблизительно. Ну там по-разному можно сказать «до свидания», это «аньон», «приветствие» это «аньон», «до свидания», там «аньонхи касы йо», «аньонхи песы» и «аньонхи качи мансо йо», такая конструкция тоже есть. Ночь темна и спит еще восток, лишь надежды тает уголек, ждет мир томление Прометея, чтоб вновь его разжечь помог. Пламя вновь рожденного огня сердце озари же светом дня. Светить нам и ночью, и днем, как солнцу с радугой вдвоем. Души, как будто все обман. Но верь, друзья к тебе вернутся, как светит факел дружбы сквозь туман. Пламя вновь рожденного огня Oh,
И «Золотое сердце», песня, которую я наиболее часто исполняю, и многие меня знают именно как автор этой песни, которая была написана 8 лет назад. В результате того, что долго рассказывать, но случилось довольно большое горе. Ушла из жизни моя мама. Вот. Но бывает, что утраты вдохновляют именно на такие же произведения. Так, «Золотое сердце». Золотое сердце не уснет, пока бьется, даже если с нашим телом юность расстается. Не страшны ее, его обиды и угрозы. Солнце луч хранит оно, когда грохочут грозы. А бывает так, что обошляется реальность. Золотому сердцу приписали сексуальность. И был так коварен, что его свершилась воля. Смуту породили мегалитры алкоголя. Сердцу было жутко, и оно порой смущалось. Но погрязшие в пороках вызывали жалость. Жалким перелезет отвращение, отвращение. И беда уйдет внезапно, всем на удивление. Правильному слову мы внимали великие. И сляли мир, а двое шедшие святые. Но ничто не вечно, не забудь, дурак беспечный. Может, я не спорю себе любого скотечка. Где-то голос затаился, напевая что-то. Всем становится могилой топкое болото. Но приходит кто-то, если кто-то умирает. Теплоту, любовь, надежду сердце воскрешает. Так живи и не блажай, пока твой час не тронил. Много ли ты создал и мою юности угробил. Трудный час, дай Бог, найти с пути заветной дверце. И тебе поможет слово «Золотое сердце». Дело выбирай, то посложнее, то попроще. Мудрость вековую применяй по жизни в общем. Если не падешь до смерти, сможешь стать сильнее. Без отдать не поздно, будь жить с каждым днем труднее. А может быть, наоборот, все легче. Золотое сердце не уснет, откуда бьется. Даже если с нашим телом юность расстается. Золотое сердце не уснет, покуда бьется. Даже если с нашим телом юность расстается. Спасибо. Спасибо большое, Михаил. Хотим, чтобы вы вышли, да? Группа «Оракул». Можно микрофончик один пока? Микрофончик один вам достаточно, да? Так, сейчас попробуем, да? Давайте сейчас. Как-то, не знаю, там... Сможем ли мы сами это включить, короче? Да, если сможем, то у нас микрофончик. На эту сумму мы вызываем группу «Оракул». Вот. И...
А ты пока выступишь? Ну, ребята, выходите на сцену туда, готовьтесь, вот. А ты почитай нам одно стихотворение, да, Леша? Ладно? Вот. Значит, Алексей Молчинов прочитает нам одно стихотворение, я пока за тебя не скажу, но надо подключить как бы микрофон. Я не знаю, куда чего втыкать. Ночами чистый голос и нежный взгляд. Не спала ты у колыбели, нежно пела, теплом дыша. Чистой влагой глаза блестели, наполнялась моя.